Мое ТВ. Будь в сети. Всем привет еще раз. Я Виталий Котов, ведущий соревнований. Вот только что завершились последние попытки финала BMX. Уже прошли ролики, и сейчас будет очень зрелищная часть. Будет показательное выступление московских роллеров и BMX-еров. И это будет круто, после чего состоится награждение, где мы наградим уже победителей. Ну, в целом, соревнования просто прошли на ура, мне кажется, для первых двух дней работы парка. Здесь было столько всякой активности, столько крутого роллерблейдинга, скейтбординга и BMX-инга, что хватит еще точно на все лето. Я уверен, что парни зарядились энергией и теперь будут кататься тут целыми днями, практиковаться и повышать свой уровень. Спасибо огромное вам, что смотрите нас, где бы то ни было, там на компьютерах, своих мобильных устройствах и домашних телеках. Смотрите демо-выступления и после награждения, и скоро увидимся. Добавляйся в друзья, читай Твиттер, смотри на Ютубе, оставайся ВКонтакте. Мое ТВ. Будь в сети.